Да, дуда, плей. Депозитик открывать? Сейчас я открою депозит. А ну подожди, недвижимость средняя. 1 200 000. Так, и что мне дает? Так, двушка под ключ точно вырастет. Нет. Я уже тех квартир понакупал и не знаю, где их они находятся, где их продавать. Поэтому... Хотя... Давай возьмем кредит. 1 100 000. Оформить. Купим. Так, это у нас двушка под ключ. Пассив, смотрим. Вот, двушка под ключ, 1 100 000. Квартира под ключ. Так, это что у нас получается? Это у нас в кредите еще. Так, небольшой дом. Тоже в кредите. Это все в кредите, да? Это кредит. Это что я смотрю? Пассивы. Активы тогда, значит, будем. Активы. Так, где у нас тут что? А, вот у нас недвижимость, да? 1 200 000, 1 200 000. Так, вот, смотри, квартира была 700 тысяч, а сейчас можно за 910 продать. Так, смотри, студия под ключ 480 тысяч, сейчас на 640. Мы ее можем продать. Так, ну пока продавать не будем, ладно. Хорошо. Так, дальше идем. Офис на первом этаже. В соответствии с текущим рынком, так, аренда поднялась. Хорошо. Офис на первом этаже. Офис на первом этаже. Вот актив. Малая недвижимость. Офис на первом этаже. Где? Зачем мне ее продавать? Если она не приносит деньги. Это у нас малая недвижимость. А бизнес у меня только вот ломбард. А малый бизнес — это вот эта вся канитель мелкая. Так, 220 тысяч, давай какой-нибудь кредит. Ой, подожди. Так, усмотри, успешный месяц продаж. В этом месяце настройка компьютеров приносит вам дополнительный доход в 14 тысяч рублей. Это очень хорошо. Так. И ломбард мы не можем продать сюда. Так, ладно. Ну, давай у нас быстренько кредитик какой-нибудь погасим. Так, кредиты. А в депозитах у меня сколько? У меня вообще денег нету. Давай на депозит положим. 200 тысяч. 222 тысячи. 222 рубля. Пополнить. Пусть деньги лежат на депозите. Так, MLM семинар мы закончили. Хорошо. Так, рекламный щит подорожал. Спасибо. Так, январь. Сможете ли вы в новом году достичь своих целей? Финансовая безопасность 5 миллионов, денежный поток, не превышающий расходы. Это я не знаю. Так, идем дальше. Это мы не можем себе позволить. Так, да, ну где у нас этот самый, подожди. Так, где у нас ломбард? 660 тысяч. Снять с продажи. А я могу тут немножко уменьшить? Не 660, а, например, 650. Да. Посмотрим, может быть, за 650 мы их сможем продать. Так, недвижка средняя. Так, не хватает наличных. Кредит невозможен. Да, что такое? 2 миллиона 800. Это что у нас такое? Доход 70 тысяч. Точка фастфуда. Так, а ну-ка заходим. Кредит сколько нам дает? 2 500. 300 тысяч мне надо. А, не хватает. 300 тысяч нету на счету. Да? Смотри, подожди. 232 тысячи мы снимаем. Снять. Кредит нам дает 2 500. Смотри, кредит 2 500. Да, все нормально. Нормально. Берем точку фастфуда. Доход 70 тысяч.
Офигеть. Так, ломбард у нас пока не нашел покупателя. Ладно, ничего страшного. Денежный поток 85 тысяч. Почему так мало? Так, старый киоск, возможность улучшения, цена 63 тысячи. Вы можете... Так, доход из недвижимости, понятно, спасибо. Так, дальше. Вот, коммерческий паблик, первая прибыль. Актив паблик стал приносить 13 тысяч в месяц, спасибо. Так, вы оптимизировали актив. Благодаря вашим знаниям и опыту вы оптимизировали сетевой маркетинг. Доход от актива изменился на 25 тысяч рублей. Затраты временно изменились на минус 60 часов. Как так? 60 часов мне дали. Так, успешный месяц продаж. В этом месяце лечебный массаж приносит вам дополнительный доход в 28 тысяч 300. Ну, это разовый доход, но все равно круто. Спасибо. Так. У меня сейчас налички 155 тысяч. Денежный поток 136. Нам нужно гасить кредиты. Ну, кредитов у нас много, депозитов. Сумма на депозите 3800 рублей. Так, давай посмотрим. Так, точка фастфуда 2,5 миллиона. С ума сойти. Так, леса у меня еще осталось. Так. И вообще, я закредитовался. Я, блин, в первом ролике же говорил, кредитоваться сильно нельзя. Что-то я, меня понесло, слушай, вообще. Понесло по кредитам, вообще жесть. Так, офис на первом этаже мы можем погасить. Наконец-таки. Так, и еще. Давай точку фастфуда будем потихонечку гасить. 2,5 миллиона. Офигеть. 2,5 миллиона. Кредит. Так, надеюсь, ничего такого страшного не произойдет. Так, коммерческий паблик. Стоимость актива изменилась на 8 тысяч. Так, ладно. Смотри, банкрот. Прикинь, а почему? Почему банкрот-то у вас закончится личный? Снимите деньги с депозита, возьмите кредит. Продать активы или пассивы. Ваша задолженность 34 тысячи. Так, так, возьмем кредит. Ага, надо 34 тысячи, а не миллион предлагает. А, там еще с копейками. Так. Давай 35 возьмем. А, 484 рубля осталось, да ё-моё. 10 тысяч возьмем еще. Продолжить. Фу. Чё пугаешь, а? Так, ладно. Не удалось найти покупателя на ломбард. Так, ладно. А что делаем? А, ну давай, проходим. Немножечко, один раз сейчас пройдем. Так, трата времени. Подчиненные увлеклись, снова пытались тянуть вас в гонку со временем. Так, это не надо. Так, давай ломбард, слушай, немножко подешевле делаем, да? Делаем ломбард. Так, снять с продажи. 650, если не канает. Давай за 640. Вероятность продажи 0%, 660, да? Ну, давай хотя бы 12% сделаем. Вероятность. Ну, мало ли. Так, на что у нас получается? Наличка 9000, мало. Так, недвижка средняя. 2 миллиона 600, офис лофт. 3 часа требуется всего лишь. Недостаточно наличных и свободного времени. А что у нас с временем? Нехватка времени 48 часов. Нифига себе. Так, подожди. Ладно. Нет, ломбард точно надо нам продать. Потому что вообще никак с этим ломбардом. Так, опять смотри, видишь, задолженность какая растет. Слушай, из-за нехватки времени, скорее всего, у нас этот самый 37 тысяч. Так, давай. Так, семинары. Так. Вот, первый изумрудный MLM семинар. 400 тысяч. Давай, берем кредит. На год оформляем. Обучаемся.
100 тысяч мы будем зарабатывать на MLM. О, актив ломбард успешно продан за 608 тысяч. Спасибо, нехватка времени, у нас 71 час, и мы сейчас делаем такой тру-ля-ля, нехватка времени 21 час. Офигеть, а что у меня еще забирает много времени? Паблик, сколько занимает? 30 часов, а доход 10 тысяч. Так, ладно, 10 часов это не так много, 20 часов копирайт приносит 5 тысяч. Так, настройка компьютера, сколько у меня занимает? Аж 30 часов, 7500. Так, давай продаем. Так, делаем тоже. Значит. О, что такое? Ага, конечно. Делаем, знаешь что? Вероятность продажи 10%. За 7 тысяч продаем. Нам время надо. Нам нужно время. Так-то, в принципе, денежный поток у меня нормальный, доход хороший. Наличка у меня 600 тысяч. Так, сразу мы, значит, что делаем? Либо в депозит, либо какой-нибудь кредит погасим. Давай кредит сразу погасим. Что-то такое большое. Квартира под ключ. Так, а ну-ка. Небольшой дом. Давайте леса. А, двушка под ключ. Точка фастфуда. Ё-моё, и первый изумрудный мансминар я купил за 400 тысяч, да? Офигеть. Давай его погасим. Так. Потребительский. Это тоже погасим. Так, это что у нас тут? Студия под ключ тоже максимально будем гасить. Так, 5 тысяч оставляем. Так, садовый домик подешевел на 40 рублей, но это не страшно. Так, старый киоск на 4,5 тысячи занимался. Ладно. Так, опять-таки, нам предлагают какие-то семинары. Логистика. Сколько стоит? Ну, это дорого все равно. Угу. Давай вот это 50 тысяч всего лишь. Кто такой арт-директор? Современное искусство. Так, время. У нас что? Минус 21 час. Так. Опять семинар какой-нибудь, да, выбирает. Так, 190 тысяч доход от бизнеса, 12%. Так, давай его возьмем. Давай кредит возьмем. Оформляем. Так. Киоск подешевел. Опять все начинает потихонечку дешевиться. Так, трата времени. А на улице стоит невозможная жара, кондиционеры спасают слабо, даже ночная прохлада не спасает. В таком состоянии невозможно настроиться на работу. Скорее бы в душ. Ну хорошо, иди в душ. Сходи в душ. Давай. Так, недвижимость. Средняя. Не хватает свободного времени. Вот видишь, доход аж 50 тысяч, ну и цена. И банк мне не даст кредит 4700, потому что у меня банк максимально даст 4300. В депозите денег вообще нет. Ладно. Так, сразу на депозит положим. Так, 44 тысячи. Так, пополнить. Пусть потихонечку лежит. Так, сейчас в охотничьем клубе. О, отлично. Так, погасить долг. Так, 17 тысяч, хорошо. Так, с депозитов мы снимем 18 тысяч. Снять. Продолжить. Так, семинары. Какие семинары, хватит уже. Хватит уже учиться. Все деньги трачу на эти семинары. Так. Кредит на элитный фраг окончательно закрыт. Вау, это подарок, это супер. Большое спасибо. Вот. Погасили мы этот элитный фраг. Наконец-то. 1 000 000 рублей купил. Офигеть. Ну ладно. Ну что ж, дорогие друзья, на этом будем заканчивать эту серию. Подписывайтесь на канал. Ссылка под видео с, полностью с плейлистом на эти ролики все. Этой игры. Всем пока-пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Да-ду-да-ду-да. Да-ду-да-плей.
Duda Play.